Военно-информационный канал ДАДО-79 представляет. В подвалах домов в Гадруте обнаружены надгробия могил азербайджанцев. Соответствующие видеокадры распространило азербайджанское телевидение. Сообщается, что когда Гадрут находился под оккупацией, армяне разрушили могилы азербайджанцев, надгробия они собрали в подвалы. В ходе гадрутской операции, успешно проведенной азербайджанской армией, поселок был освобожден от оккупации. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.